Выгорание. Из-за чего и почему происходит выгорание? Во-первых, что такое выгорание? Выгорание – это когда мы устаем от чего-то, от однообразия, от одного и того же, от того, что нам не нравится, от того, что мы отдали всего себя, а обратно не получили. Отсюда происходит выгорание. То есть уже нет сил заниматься чем-либо, работой, какими-то делами или еще чем-то. Так вот, мои дорогие, почему происходит выгорание? Выгорание происходит из-за того, что мы занимаемся нелюбимым делом. Запомните, это очень важно. Вам, возможно, может казаться, что это ваше любимое дело, истинное ваше любимое дело. Но на самом деле кто-то когда-то вам говорил о том, что тебе это подойдет, или для тебя это будет здорово, или еще что-то. Возможно, это чьи-то нереализованные мечты, желания, планы, которые реализовались в вас. Но это не ваше. Ваше – это то, что внутри вас, когда вы получаете от каждого мгновения, от каждого момента вот того, чем вы занимаетесь, получаете удовольствие, наполнение силами, энергией, любовью там и так далее, наполняетесь от, именно от дела, да, от работы, от чего-то еще. Что же с этим делать? Очень важный, нужный момент, вопрос, совет, называйте как угодно. Итак, мои дорогие, самое главное понять, что выгорание не существует. Существует нелюбимое дело, нелюбимая работа, нелюбимое занятие, нелюбимое там что-то, где-то вы находитесь, вокруг люди, которые вам не очень приятны и так далее. И что же с этим делать? Как из этого вылезать? Когда вы заработались на одном месте, с одними людьми, вы работали уже 2-3 года подряд, без выходных, без праздников, да даже пусть неделю, вы выгорели и чувствуете, что вы устали. У вас нету сил заниматься больше тем, что как бы вам, вроде бы мне хорошо, мне нравится, но у меня не получается, я выгорел, все, я не хочу ничего делать, руки опускаются. Итак, самое главное, мои дорогие, смените род деятельности, то есть просто свой фокус смените. Например, вот вы работали, занимались своим проектом, отвлекитесь, сходите на выставку, на ярмарку, погуляйте просто, сходите в бассейн, окунитесь. Просто поменяйте привычную рутину, привычные дела, привычные занятия, мысли поменяйте. Если вы это проект, и вы долго его готовили, меняйте его. Смотрите журналы, газеты, выставки, люди, проходящие мимо, и питайтесь от них интересными идеями. Я вам желаю не чувствовать выгорания. Целую, обнимаю.